Всем привет! В этом видео сделаем теплый курятник, 2 в одном. 1/3 постройки будет под сам курятник, а остальное под сарай. Место выгола для кур я делал за кадром, теперь можно перейти к полу. Ну и для этого я буду использовать брус 50 на 100. Под сами лаги подложу кирпичи, насколько это возможно, чтобы не было провисания. Пол собрал, теперь можно перейти к утеплению. Пол буду утеплять не полностью, а только вот до этой части. Сделаю опор для утепления с помощью саморезов. Утеплять буду пеноплексом Комфорт 50 мм. С данным утеплителем я работал прям много раз. Утеплял пол в доме, фундамент и сделал несколько самоделок. Отличный материал, работать с ним одно удовольствие, резать его легко и ничего не крошится. Перед установкой пеноплекса пройдусь клей пеной, углубляю утеплитель до вкрученных саморезов. В местах, где есть зазор, я тоже пройдусь клей пеной. А еще насчет самой установки. Так я думал сделать какую-нибудь подложку, чтобы пеноплекс не проваливался вниз. Но он хорошо держится за счет этих саморезов и пены. И получается низ открыт, но тут можно, конечно, не опасаться муравьев и мышей, так как пеноплекс их не боится. Пол утеплен, теперь можно обшить его USB 12 мм. До этого я делал сарай года 3 назад, и пол был покрыт USB 9 мм. Никаких провисаний за все это время не обнаружено. Правда, там лаги, конечно, прям перевязаны между собой от души. Пол готов, думаю демонтировать садинг. В дальнейшем его же я и буду использовать для новой постройки. Ну и плюс от старого сарая остался лишний садинг. Переходим к каркасу стен и крыши. Каркас готов, теперь можно обшить его USB 9 мм. Снаружи каркас я обшил. А вот это временный курятник для кур. Они на земле не ходили несколько дней, ну и пришло время их выпустить и посмотреть на их реакцию. Как интересно, они в землю закапываются, прям как кошки. Я такого еще не видел. Ну, давайте кур пока оставим и начнем утеплять сами стены. Это у нас дверь. Перед нанесением клей пены пройдусь по пеноплексу такой металлической щеткой. Это для лучшей хватки. Думаю, курам тут понравится, ведь пеноплекс не имеет вообще никакого запаха. Абсолютно безопасен, срок службы у него 50 лет. Это же сколько поколений кур здесь должно пережить? Наверное, много.
Изнутри почти все обшил. В некоторых местах я сделал утепление в два слоя, так как остались, ну, остатки. Куда-то их же нужно девать. Пришло время для перегородки и яйцесборника. Здесь куры будут нестись и есть, тоже все это дело утеплю. Эту перегородку я тоже утеплил остатками утеплителя. Один из них мне помогал при покраске мангалов, остальное сделаю за кадром, а сейчас приступлю к крыше. А это у нас крышки для яйцесборника и столовой. Ну вот, курятник готов. За кадром я доделал крышу. Куры уже здесь как сутки живут. Эту калитку я потом доделаю. Из металла сделаю, сейчас пока временно поставил. Давайте зайдем сюда. Вот как выглядит у нас яйцесборник из столовой. Вот здесь я открываю все. Тут зерно и вода. Куры где-то там шляются. Это у нас жердочка, правильно я говорю? Я ее повесил тоже пока временно, потом я им все сделаю. Лесенки здесь. И все как положено. Чего у тебя? Чего у тебя там? Ну да ладно. Давайте посмотрим вторую ячейку. Чик. Чик-чик. Вот они, красавицы. Прям в одно место все складывают, все чистенько. Так, не выбежишь ли ты отсюда? Оп, прибежали. Вот эти ячейки я делал под крышей, чтобы снег отсюда по 100 раз не стряхивать. Чтоб прям зашел, спокойно открыл и сделал то, что надо. Вот я тут крючок такой сделал. Может быть, нужно будет еще сюда какой-нибудь крючок. Ну, мало ли. Так, на всякий случай. Вот это вот окно от старой теплицы. Она тут временно. Все окна я, конечно же, доделаю. Сделаю какую-нибудь там двухкамерку, чтобы нормально, плотненько все закрывалось. Еще есть такая мысль здесь сделать уплотнитель в виде, опять же, пеноплекса. То, что тут вот есть щель и будет продувать. Вот нарезать прям такими маленькими тоненькими полосочками. Все это приклеить на пенку, так прижать, и пусть она сохнет, и потом будет все прям четко. Но для того, чтобы это сделать, нужно петли отвернуть чуть-чуть. В общем-то, пока подумаю, пеноплекс у меня еще остатки остались. Также дверь я установлю потом. Вот еще пеноплекс для двери. Сам курятник и USB. Сначала думал сделать просто курятник, но решил все-таки чуть-чуть нарастить, и здесь, возможно, буду хранить какие-нибудь дрова, если у меня появится там баня или в дом какую-нибудь печь заведу. Здесь как раз все аккуратненько и разложу. А крыша, кстати, мне встала всего в 2000 рублей, вот металлочерепица. Я на Авито нашел, прям вообще копейки, считай. Зашел в место выгула, до этого у них стоял временный курятник здесь. Тут у нас сетка, окно также временное. Сюда я потом в дальнейшем сделаю дверь. Сделаю такого формата, скорее всего, чтобы полностью ее открывать. Эта рамка была полностью открыта. Также еще где-нибудь подрезать чисто для кур такую отдельную дверцу. Я ее большую часть прикрою, а мелкую оставлю. Ну, мало ли, может кто проникнуть сюда. И есть хоть вероятность, что проникающий не влезет в эту дверцу, хотя, ну фиг знает. Вот, ну на всякий случай так. Зачем ему полностью все это дело открывать? Ну, конечно, насчет пола я еще думаю. Куры здесь только ночь переночевали и уже тут все засрали. Вот, может чем-то тут все-таки покрыть. Я думаю, может какими-нибудь старыми досками, что ли, все это приколотить. Я вообще думал еще линолеум, но хрен его знает. Если у вас есть мнение насчет пола, то напишите, пожалуйста.
Так, здесь они пока что спят. Потом сделаю им все на высшем уровне, чтобы они тут прыгали прям как им надо. Вот это я сейчас соберу. Кстати, как я сюда залез? Это у нас получается закрыто на струбцины все. Ну я пролез вот здесь. А вот, кстати, можно заметить, какая здесь щель. Ну, уплотнитель, я думаю, тут не помешает. Так, ну и насчет крыши. Я не стал тут даже пену срезать, вообще ничего не стал делать. Я думаю, есть ли смысл или нет. Если у вас есть мнение насчет этого, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Может, все-таки стоит что-нибудь сюда приколотить. Хотя OSB остались. Можно чисто полосочками так, чтобы их не выбрасывать, полосочками накрутил, да ну и все. Еще думаю где-нибудь сделать вытяжку, просверлить, например, какое-нибудь отверстие, пластиковую трубу какую-нибудь выкинул и все. А вы бы сами как бы сделали бы вентиляцию? Ну и, конечно же, электричество тоже добавлю. Ну, в общем-то, вот что я хотел сказать. Да, тут просится сайдинг. У меня достаточно его количества. Мне осталось от нескольких пристроев одинакового цвета, одинаковой фирмы. Ну, в общем-то, пишите ваше мнение насчет всей работы. Ну и всем пока!